И внимание автомобилистов, с сегодняшнего дня в Самаре будет ограничено движение по улице Магистральной. Как сообщает городская администрация, мера связана с дорожными работами. В связи с этим временно изменится схема движения общественного транспорта, следующего по Магистральной. Это касается маршрутов номер 7, 27, 27К, 59, 59А, 217, 229, 240 и 253. Ремонтируемый участок они будут объезжать. На привычный путь автобусы вернутся по завершению дорожных работ. Точная дата, которого пока не сообщается.